Привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Ванна, и это второй эпизод прохождения кампании релизной версии игры. Приятного просмотра! Новое достижение, градостроитель. О! Выполнился квест наконец-таки. Однажды вы будете править этими землями. Так, что-то не дает мне больше строить поля, почему? Непонятно. Так, кораблик, дальше ведем на разведку, и потом уже... Скоро мы будем новый остров занимать какой-нибудь. И вот, конечно... Островов у нас маловато. Или нет, подожди, какая разведка, я же собирался квест еще. Еще один квест выполнить, два сюда. Так, что у вас там? Склад уже переполнен. Бывает. Наша следующая цель — это паруса. 144-144 показывает. То ли баг какой-то, то ли хрен знает. Видите, показывает, что 144 поля. Говорит, что нет. Нет поля. Странно. Так, ложи-ка. Попробую тогда убрать. Это все. 129 пишут. 138. Странно. Во, наконец-то. 144. Просто убрал все поля и перестроил. Бред. Просто бред. Окей, что у нас там? Нужно сейчас сделать, значит, пекарню. Еще на полицейскую. А, профсоюз, да. Сначала мельницу, потом пекарню. Тут интересно, ферма еще одна поместится. Может и поместится, но уже, наверное, не получится. Не получится разместить поля. Придется перестраивать дорогу. Скорее всего. Так. Что там у нас? Или не нужно будет? 135 144. Ничего, неплохо, неплохо. Надеюсь, вы честный человек, а не очередной сброд. Я-то честный, да. Так, это еще один конкурент объявился. Так, ну-ка, две получится. Вот так вот только, да? Две мильни, значит, склад где-то по центру. И дорогу еще провести она будет. Вот так вот получится у нас. Пока что. Нормально. И пекарню теперь. Так, у нас сейчас будет недостаток рабочих, наверное. Пекарню вот сюда засунем. Две штуки. Так, что? А, у меня опять в минус ушел. Блин, твою мать. Так, это значит, что надо квест выполнять уже. Подожди, ты куда? А, ты против ветра идешь. Хреново против ветра идти. Ладно. Мне рабочих... нужно где-нибудь выпустить пар. Рабочих потребность только в хлебе осталось. Некоторые вещи нельзя забыть. Это что-то к нам опять ни с того ни с чего относится хуже. Ну-ка, давайте еще раз попробуем польстить. Слуга империи? Да, минус два. Я? Крайне низкий шанс. Тут очень высокий шанс. Да, видимо, с этим... Источник молодости? Да, возможно, я буду жить вечно. С этим, короче, будем дружить. Итак, кораблик почти что добрался до нового квеста. Баланс у нас хоть и в плюсе, но очень медленно прибывает капитал, прирастает. Тут пока что все ок. Так, сразу же тогда для пшеницы мы поставим лимиты. И для продуктов тоже. Все, остались сами паруса. В общем-то, овцеферма у нас уже есть. Ну-ка, давайте я гляну.
по 6. 6 у нас мало, да? Софт с эфиром все уходит на одежду, видимо. Так, интересно. Значит, нужно больше офт с эфиром. Что логично. Но сначала давайте квест посмотрим. Сосучите рукава и вперед! Превосходно! Доставьте в пункт назначения дипломатический киппер, калипер Блейка кирпичи 25 тонн. Фига себе. Терпение королевы на исходе. То есть прямо сюда, да? Ясно. Давайте тогда за кирпичами. Благо у нас их достаточно. Чьи тут можно выручить? Заброшенный салун. Этот разграбленный бар и его взломанные сейфы свидетельство бездумной жадности. Понятно. Так, плюс 176. У меня еще потребности в церкви не удовлетворены. Тут я, как обычно, забыл дорогу. Точнее, не успел дорогу. У меня тут не было денег, чтобы построить ее. Такое тоже случается. Иногда. Блин, ветер. Грёбаный ветер. Какой мы вообще вот этот остров можем занять, да? В принципе, он такой не маленький. Не маленький остров, тут у нас перец есть, но мне нужен... Мне нужно чуть другое. В будущем, чтобы производить пиво. Так, вот этот остров у нас в чем? Да, нужен хмель. Так что вот этот остров мы пойдем занимать. Следующим пунктом. Почти добрался, давай, братан. Я верю в тебя. Хлебушек-то пошел? Хлебушек пошел. Итак, смотрим. В хлебушке сейчас потребность будет удовлетворена. Уровень счастья не особо. Пива нет, церкви нет. Так, а фермеры что у нас там? У фермеров все хорошо. Ну и хорошо. Так. Кирпичи загрузили, правда, там 25 нужно. Но мы, в принципе, на будущее можем, да? Еще досок загрузить и потом сразу же пойдем заселять остров. Следующий. Как вариант, может, еще где валяются доски-то, нет? Так, не вижу нигде досок. Ну, он так сойдет. Для начала хватит, я думаю. Все, полный вперед. Пока не ушел, успеем, да? Передать еще чуть-чуть. Нормально. Правда, я не знаю, что для пристани нужно. Может, там остальные балки нужны, чтобы построить порт-то. Так что пока непонятно. Так, у нас вроде бы нет угрозы восстания особо. Это где-то должно писаться вообще-то. Но я уже не помню где. Дипломатия вроде не то. Карта мира тоже не то. До карты мира мы еще не добрались, это еще далеко впереди у нас. Так, отдаем тогда кирпичи. Оглушительный успех! Отлично. Так, у меня 3000 долларов. Давайте тогда побольше овцеферм и уже сделаем паруса. Так, пипетка. Как насчет чашечки кофе? Вы играете уже 2 часа. Да, слушайте, 2 часа играю. Серьезно? Как так? Хорошо, еще одна свиноферма есть. Дальше. А, какая свиноферма? Подожди. Овцеферма же. Я все путаю. Свиноферму, овцеферму. Можно тут вот дорогу по-другому чуть сделать. В принципе, там. Тогда еще одна овцеферма войдет.
Ладно, нормально, пойдет. Ты что везешь? Для одежды. У нас одежда это производится как раз вот тут. А, слушайте, вот в этот тогда будет очень далеко возиться, да? Шерсть там. Ну ничего, справится. Я думаю, что справится. Окей, дальше надо построить все-таки церковь. Чем раньше, тем лучше. Чтобы рабочие были счастливы. Так, слушайте, тут я слишком много, слишком мало места оставил, видимо. Игра сохранена. Это я маленечко не предусмотрел, что церковь такая большая. Как быть? Можно тут поставить. Нормально будет и здесь церковь. Хорошо встала. Ну что ж, я все-таки хочу поставить вот этот вот. Нет, не полицейский участок, а монумент где-нибудь воткнуть бы. Тут, к примеру. Будет он неплохо смотреться. Вот так вот будет. Чуток для красоты. Тут дорогу. Нормально. И пришло время для производства парусов. Наконец-таки. Так, производство парусов придется другое место уже вытаскивать. Когда-нибудь вот сюда, я думаю. Пока что две поставим. И будет норм. Ну и ждем выполнения квеста. Короче говоря, овцы эфиром нужно гораздо больше. Чувствую я. Не хватает маленечко. Давайте-ка мы на этот берег туда перенесем. Часть нашего хозяйства там. Может, у вас получится? Вот так вот будет красивее. Предлагает вам кое-что забрать. Давайте заберем что-то. 4000 долларов нам. Вам понравится. Не лишнее. Обломки нужно тут подобрать, да? У нас уже корабль приплыл. Давайте посмотрим, что у нас тут с портом. Да, слушайте, балки нужны. Все-таки нужны балки железные. Так что придется нам вернуться. В принципе, конечно, можно купить. По идее, это 8 балок всего лишь. Ладно, подождем мы, я думаю, до того, как сможем их производить. Ничего страшного. Так, чуть ускоряемся. Паруса уже пошли. Паруса, где? Друзьями мы все равно не станем. Ну, паруса тоже выставим лимиты. Мой тюремный корабль не доводилось видеть. Если увидишь, верни мне все, что уцелело. Так, он предлагает что, корабль найти? Так, досок тут достаточно. Доски уже не возвращаются, блин. Так, а можно их просто выбросить. Пошли тогда по квесту. Сходим. Вот сюда. Сначала сплаваем. Поплыл, да? Ну, а потом уже по квесту этого чувачка. Так, я думаю, что пробовать надо с пивом разобраться. Все-таки рабочих надо уважить. Я думаю, что можно попробовать хмель нам закупать пока что, раз у нас нет возможности другой остров колонизировать. У меня полно детей, так что по вечерам я пытаюсь подольше поболтаться по улице. Да, пока попробуем так. Так, ты, братишка, у нас плывешь. Все равно нам пока транспортировать не на чем. Даже если мы там хмель будем выращивать, то собственных кораблей у нас нет, ну, кроме одного. И транспортировать нечем просто. Тут я все-таки, наверное, перестрою вот это дело, удалю вот эту ткацкую мастерскую потом, сделаю нормальную дорогу и будем расширяться уже вот в эту сторону. Мне в любом случае нужно будет все предприятия там увеличивать в количестве. Так, по поводу пива, сейчас тогда мы солодильню поставим. Вообще у нас хватает пшеницы там. Зерна хватает, можно даже еще одну поставить. Да. Не хватит денег, блин.
Да, и закупать будет тоже не на что. Так, ладно, давайте пока солодильник где-нибудь воткнем. Нет у нас даже материалов. 500. Тут нужно ведь уже это. Железные балки тоже. Что интересно, ну-ка давайте посмотрим. Железного рудника у нас пока нет. Мне придется, видимо, квесты выполнить пока что. На вашей фабрике произошел взрыв. Ну, отлично, все-таки горят эти фабрики. Так, ладно, срочно строим тогда пожарную, где они там? У меня еще денег нет на это. Взорвалась чертям, да? Здорово. Так, ну давайте тут поставим. Свершилось таки. Следующий раз мы прекрасно проведем. Я начну с ноздрей и перышка. Да, доступ слишком далеко. На вашей фабрике произошел взрыв. Слишком далеко лететь. Еще одну карету бессмысленно. Сейчас у нас повзрывается. Вот это, конечно, недостатки того, что мы плохо тут построились слегка. Все-таки уберем вот это здание. Построим нормальную дорогу. Почему сюда-то они сразу не поехали, я что-то не понял. Как-то странно они себя ведут, эти пожарные. Ну, благо, восстановление... Восстановление не такое уж и дорогое. Так, у нас обломки уже ждут, да? Подобрали мы, значит, обломки. Куда везти-то? Вот сюда надо везти. Так, успел я вроде как. Все готово. Да. Вы мудры не по годам. Ручная пожарная граната. Вероятность пожара минус 40%. Прикольно, слушайте. Надо будет поставить потом вот эту штуку в здании, видимо, профсоюза, да? Когда у нас будет куча заводов. Так, а как ее? Ну-ка. Предметы, да, отлично. Отлично. Так, теперь мы отправимся... Вот и к этим ребятам. Тоже забираем вот этих бедолаг, которые потерпели кораблекрушение. И надо будет уже отвезти их потом в нужное место. В одно из мест, которые мы выберем. Баланс положительный пока что, в принципе. Вы нас слышите? Да, точно. Так, маловарня, слушайте, еще маловарню надо сделать. Свинки, свинки. Свиноферма у нас есть. А вот тут, да? Чуть побольше надо их сделать. Так, нормально. Две свинофермы добавил. И сейчас надо сделать как раз мыловарню. Я думаю, что придется мне... Придется мне тут где-то это все производство мутить. Так, свиноферм можно еще... Тут у нас мясная лавка. Ну-ка, подожди-ка. Просто хочу сделать как... Вот с этой стороны мыловарни делать, а там мясные лавки. Ну, нужно посмотреть, хватит ли у нас тут для свиноферм еще места. Так, там сколько мыловарни-то занимает место. Так, вот салатопный завод сначала будет, да? О, так, ладно, ставим стат вот тут. И всякие салатопные заводы придется ставить вот здесь примерно, да? Например... Тут, может быть, еще одну свиноферму как-нибудь поместим. Так, что надо? А, тут балки нужны, блин. Я все забываю про эти балки. Гребаные. Ну-ка, давайте закупим парочку балок. У нас уже опять в минусе экономика. Чуток. Даже можно вот так вот, слегонца. Спасены.
убережете ли вы нас и от несправедливости? Обвинения Эдварда безосновательны. Он лжет. Письмо. На нем печать Эдварда. Так, где письмо-то? Даже не думай приютить этих заговорщиков. Доставь их в тюрьму, и, возможно, я спешу твой долг. Уважаемый начальник тюрьмы Хмурсон, вот очередная партия заговорщиков Сэмуэля. Он явно что-то замышляет. Их преступления и приговоры следуют ниже. Сквернословие, самозванство, написание письма с угрозами. Вскрывать его личную почту незаконно. Эта женщина меня, конечно, удивляет. Короче говоря, мы на стриме уже доставляли этих ребят в тюрьму. Ну, а сейчас поступим чуть-чуть по-другому. Так что давайте тогда их ведем к сэру Арчибальду Блейку. Это же имена людей, которым отец доверял. Юристов, врачей, ученых. Вот сюда. Страшно подумать, насколько он порочен. Нужно обратиться в высшие инстанции, чтобы дело пересмотрели. Насколько я понял, это как раз трудный вариант. То есть доставить в тюрьму это самое простое. Ну, а это уже посложнее, да? Так, мыловарня. Балки мы успешно закупаем, но видите, жесткий просто минус по деньгам там. Да. Ладно, ничего, сейчас мы квесты повыполняем, все будет хорошо. Так, я еще далеко плыть там. Уже почти приплыл. С чем пришли? Неужели? Боже мой, оставьте этих людей здесь. Я сообщу Эдварду, что с вашим долгом покончено. Куда ты лезешь? И по какому праву ты вмешиваешь в это корону? Мы тронуты вашей самоотверженностью. Отец бы вами гордился. Наконец-то мы получили лицензию. Прямо гора с плеч. Ах, я уже чувствую запах смолы и вижу, как качаются мачты. Нам нужно построить верфь сейчас. Игра сохранена. Так, у нас 8 балок. Притащили. Маловарный только я закончу. И все будет окей. Так, ну-ка. Маленький порт. Верфь, парусная суда. 25 кирпичей, 10 тысяч. Ну, в принципе, 10 тысяч мы как раз сейчас достанем с квестов. О, опять живот скрутило. Подмените меня. Отлично. Так, нужно потерпевших спасти опять, да? Блин, далеко. Далеко плыть там. Минус 204 у нас. Ладно, мыло уже производится, в принципе. Рабочих мы почти что уважили. Осталось всего ничего. Что у нас там? Все в плюсах, да? Все в плюсах. Нормально сейчас все будет. Я думаю, затащим. Что-то, наверное, побольше буду продавать, чтобы как-то в плюс выйти. Слегка. Кирпичи тоже, в принципе, можно попродавать. Так, колбасы, паруса. Паруса тоже можно продавать. Так, 50. Нормально. Так, у нас тут было в прошлый раз квест с разрушением вот этой шахты, точнее тоннеля. Но пока мы, видимо, не добрались до этого, да, еще? Ладно, добираемся тогда. Что у нас там кораблик там? На полпути уже. Пусть плывет. Сдаем квест на спасение утопающих, но, к сожалению, не хватает все равно денег. Да, слушайте, квесты какие-то очень дешевые подаются. В этот раз надо искать еще. Надо искать еще квесты где-нибудь. Либо запрашивать, попробовать. Ты наводишь на меня скуку. Вот этих ребят. Так, ну-ка.
Это просто задание. Многие не знают истинной цены терпения. Сделать фотографию, это мы можем. Прекрасно. Так, и где? Резиденция Ее Величества Хай Кларенс Холл. Интересно. Так, там нужно с корабля делать как раз, да? Ну-ка, отсюда получится? Прикольно. Подожди. Да, слушайте, можно. Попробовать. А чего бы нет? Видали, какое приближение. Зум цифровой. Нет, не получается, не щелкается кнопка мыши. Мне все-таки надо ближе подходить. Так, ну-ка. Не щелкается. Так, ладно, подплываем тогда ближе. Вот сюда. 4000 за фотку. Офигеть. Хотя у меня, в принципе, деньги сейчас уже сами накопятся. Мы торгуем парусами, всем, чем можем, короче, торгуем. Так, сделать фото. Все равно получается, блин. Подплывем максимально близко. Ваши соперники начали войну. О, вовремя они. Так, давай, ваши последняя попытка. Начали войну. Да не отсюда, блин. Во. Так бы сразу. Круто, в открытой бете тут были подсказки на клавиши типа Escape выйти. Сейчас уже выйти нет, доработали. Верны как пес. Пошли сюда. Сейчас мы можем, в принципе, уже балки забрать. У нас они прикуплены. 8 штук. И переехать на какой-нибудь другой остров. Но сначала все-таки надо верфь построить. Так. Паруса. Подожди. Верфь парусная сюда. В принципе, можно тут поставить. Чтоб не мешалась она слишком. Наша первая верфь. Задокументируем этот момент в первом номере. Интересно, откуда они делают фотку? С вертолета. Отличный снимок. Он покажет, как творится история. Наследники Гуда создали собственную судостроительную компанию. Игра сохранена. Следуя примеру своего отца, который, по их словам, был весьма принципиальным человеком. В конце концов, неопровержимых доказательств его вины таки не было найдено. Глава 2. Символ огня. Вы строите корабли, так же, как ваш отец. Королева как раз в них нуждается. Содействие короне поможет залечить былые раны. Заказ на суда для королевского флота. И так много! Это редкая честь. Не знаю, сможем ли мы изготовить такое оружие. Есть ли у нас железный рудник? Нет у нас железного рудника. Так, мне надо 4 штуки. Блин, только передать. Как же это делается-то? Правая кнопка нет. С контролом нет. Я забыл, как это делить там. Ладно, хрен с ним, пусть будет так. Пока что. Итак, у нас месторождение железа вот здесь находится. За, как раз за горой. Вот за этим завалом. Каменным. Надо как-то до этого добраться, да? До железа так не добраться. Разве что пробиваться через гору. Ставьте лайки, если ждете продолжения. В следующем эпизоде уже будет то, чего не было в ОБТ. У нас еще есть динамит. Можем пробить себе путь. Ваши соперники начали войну.